Фанатка, я повсюду тебя искала, помоги, пожалуйста, на носу Хэллоуин, и мы с друзьями хотим отметить его как следует. Понятно. Костюмчик-то у тебя что надо? Нашли отличное место среди руин, чтобы закатить ночную вечеринку с гаданиями, тыквами и другими классными штуками. Я за тебя очень рад. Мы как раз вызывали духов, когда пришли эти грубияны в дурацких костюмах и выгнали нас из руин. Прошу, разберись с ними. Вечеринка восхождения. Как обычно, ребята, два режима, обычный и престижный, и, пожалуй, начнем с обычного. Ну, а вы, как уже догадались, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Поехали! Ух, ребята, как у меня чешутся руки кому-нибудь накатить. Раунд 1. Кровавый барон. Ага, с двумя мечами. Ну ладно, говнюк. Давай проверим, из чего ты сделан. Ну что я могу сказать, ребята? Ватный? По-моему, ватный. Хотя, не будем спешить. Уф, а он хотел что-то сделать, да? Хотел меня подрезать, гад. Да что ты? Оп, оп. Опа. Отлично, комба прошла. Ай, не дотянулись маленько, ребята, не дотянулись чуть-чуть. Тихо, никаких теневых, ты это брось, паренек. Ха-ха-ха. Теневой удар он собирается уже сделать. Еще не дорос. Слушайте, ребята, ну на самом деле это уже достало. Вот в данный момент, да, вот я первый бой сделал, меня опять выкинуло. И, соответственно, я попытку уже одну продинамил. Что за фигня, я пока не знаю. Напишите в комментариях, у всех так или это только у меня вылетает игра, блин, ни с того ни с сего. Так, тихо ты, барончик, успокойся. Придется теперь заново с ним разбираться. Так, ну в принципе он не такой сложный, мы это увидели с вами. Так, опа, 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 бросочек делает. Хе-хе, ладно. Так, не забываем, что это у нас, блин, обычный. Да ну нафиг. Оу, да что за хрень-то, эй. Фу, подловил. Что у нас это обычный, ребята, режим. Потом у нас, конечно же, будет престижный. Да ты задолбал уже, кусок говна. Лежи. О, потерял свои сабельки, ребята. Все, теперь он мой. Никаких теневых, я сказал тебе. Тебе в прошлый раз было недостаточно, блин. Ну-ка. Черт бы его побрал, ребят. Ну, что за дела? Ну, давай-давай, должна быть за мной победа. Пробивной, пробивной, пробивной. Есть. Шикарно. Фух. Ну что же, ладно, я надеюсь, не вылетит сейчас игра, ё-моё. Так, нет, вроде бы нормуль. Вроде бы нормуль. Так, продолжаем, ребята, кровавый барон. Раунд 2. Теневуха у меня. Хе-хе-хе. На-ка, в рожу-то получил. Так, ну что, теперь давайте вертушечку, ребят. Вертушечку, конечно же. Вот это другое дело. Так, опс, пардончи. Ай, как хорошо, ребята. Ай, как хорошо. И я думаю, опачки, пробивание брони у меня стоит. Все, ему сейчас не жить, ребята. Кончилось, кончилось, к сожалению. Но, тем не менее, все равно. Гудбай. Фух. Кровавый барон, как видите, у нас отдуплился. Причем мы идеально с вами побили его. Так, ну, кто у нас там следующий? Вечеринка, восхождение. Так, погнали. Не будем, как говорится, рассусоливать слишком долго. Мне нужен, ребята, этот сет. Обязательно я его получу. Госпожа Тьма. Ты с этим, что ли, с деревенским Гуаньдао, я так понял, да? Ладно. Крестьянушка, будем тебя проучивать. Смотри-ка, Юлит. А у нее это лицо или маска? Я что-то не могу понять, ребята. Ой, я понял, это у нее лицо. Тихо ты, красотуля. Просто она какая-то, ребята, бледная, что я подумал, что у нее маска надета. Но нет. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо. Что у них за мода, а? Включать вечно теневой удар. Кстати, он их и подводит же. Ну что же, у нас с вами раунд 2. Так, госпожа Тьма, давай, не выделывайся. По-быстренькому с тобой. А я понял, кстати, ребята, почему у нее бледное лицо. Это же, елки-палки, маскарад. Тем более она госпожа Тьма. Ей по статусу положено быть вот такой вот мрачной. Опс, пардончи. Ну что, давайте теперь, наверное, по спине ей. Опс. Ой, как хорошо, ребятушки, вы посмотрите, а. У меня пробитие брони стоит. Кстати, я просто офигеваю вот от этого, ребята, перка насчет пробития брони. Если кто-то его получит, обязательно ставьте. Обязательно, он очень хорошо помогает. Пока. А нет, не пока. А вот теперь
Гудбай, роднуля. Слушайте, ну пока все идет легко. Блин, нифига у нее там буферочки-то. Так, ладно, куда мы смотрим? На что мы отвлекаемся, ё-моё. Так, ну что же, трофеи. Мы получаем 100 штучек. Ну и продолжаем. Вот он. Их заводила. Он самый гадкий. Сломал нашу спиритическую доску и расшвырял кувшины с пуншем. Накажи его. Почему я все время должен кого-то наказывать, а? Придется, ребята, опять руки, как говорится, по локоть в кровь окунуть. У нас с вами следующий бой. Кто? Давайте посмотрим, что это за глава здесь такой, который, видите ли, там буянит. Лорд вампиров это у нас. Ага. Опа, нифига он. Фокусник-то какой. Интересно, это настоящий вампир или... Да какой нахрен это настоящий вампир? Чучело какое-то огородное. Тихо. Слушайте, ребят, мы пока идем неплохо. Да ладно тебе, подрезает. Смотри, что делает. Ладно, ничего страшного. Сейчас, ребята, теневуху. Теневуху будем делать. Ну-ка, подавись, гаденыш. Так. Вертушку, конечно же, ребята. Конечно же, вертушку. И еще разок будем выстреливать гарпуном. На. Ну что же, теперь остается нам только лишь по хребтине ему. А, нет, по голове. Да, тут по голове. Ну что же, первый раунд за нами. И я вам скажу одно, что ничего я в нем не вижу сложного. Но опять же повторюсь, что у нас и этап идет на нормале. Так, опа, это что такое? Блин, он все время, ребята, промахивается. Это очень хорошо. Просто я уж подумал, что он по мне задел. Нет, ничего подобного. Отдыхает. Погнали дальше. Давайте его туда, до стенки. До противоположной. А потом у нас, может быть, теневуха сработает. Нет, нам она не понадобится. Лорд вампиров. Слушайте, давайте его в сухую сейчас сделаем, а? Идеально причем. Вообще ничего не смог сделать. Поехали, ребятушки. Противник, что там, противник восстанавливает себе здоровье. Я что-то этого, честно говоря, не заметил. Так, опс, опс, опс. Тихо, вот это опасно. Не надо так буянить. Так, стоим, вот, ребята, если мы, не дай бог, промахиваемся или еще что-нибудь, никогда не делайте лишних движений. Лучше постойте. Потому что, мало ли чего, может быть, он что-то там увернется и захочет, вот смотрите. Оп, видели? А если бы я сейчас что-нибудь сделал бы, он бы мне сейчас влепил бы, мало бы, блин, не показалось бы. На, подавись. Все, ребята, мы сделаем его в сухую, потому что добили. Опа, а это что такое сейчас было? Не понял. Что он там выпустил в меня? Плюнул, что ли, гад? Кровавый блевотней. Ничего себе, это же настоящие вампиры. И их лорд тебя укусил, понимаешь? Теперь ты тоже вампир. Как же это круто. Ну, я не знаю. Тебе придется победить вампирского лорда еще раз. Это единственный способ снять проклятие. Откуда ты все это знаешь, а? Ты случайно не заодно с ним? И, кстати, раз уж ты теперь вампир, за тобой начнется охота. Держись. Спасибо большое. Ну, я-то никого не боюсь, ребята. У нас еще 3 боя. Ну и, в принципе, пройдено будет все. Поехали. Кто у нас тут? Охотник на вампиров. Ого, ого. Ну-ка. Ага, понял. Так, вот ненавижу, ребята, мечников. Честно вам скажу. Вот всеми фибрами души. Их просто терпеть не могу. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо тут выделываться. Сопряжуй. Иди лучше отсюда. Что у него там... Что у него там... Блин, отвлекаюсь, ребята. У него что-то там загорается в груди. Я не могу понять, что это такое. Так, ну что, пора с ним заканчивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, промахнулся. Проклятие настигнет. Что там через... Чего? Какое-то проклятие кого-то настигнет. Фу, я его добил. Так, ну что, это был первый раунд. Слушайте, мне нравится. Мне нравится это событие, ребята. Очень хорошо так сделано. Очень великолепно. Так, охотник на вампиров. Эх, он что, постоянно будет выбрасывать свой этот, свой сюрикен? Так. Ой, как ему не повезло, ребят, как ему не повезло. Слушайте, а мы, кстати, давненько что-то с вами не выбивали оружие из рук. Не пора ли это сделать? Так, погоди секунду. Ай, увернулся, тихо. Опа, что это такое было? Не имеет значения, ребята, что это такое было. Надо наказывать и все. Блин, я уже думал, он потерял меч, нифига. Так, тихо, опс. Ну, что, добьем? Пока, пока, охотничек, я буду по тебе скучать. Ну что же, давайте смотреть следующий, как говорится, бой в моем исполнении.
Так, что у нас? Опа, хищник, эпический перк на доспех. Опа, лавина, эпический спецприем для меч. Ого, вот это круто, ребятушки, это очень круто. Ну что же, в бое еще два раунда у нас, точнее два боя. Фу, была не была. Ну, кто там у нас, что за олух? Проклятие вампир. О, гуль-вампир, нифига. Ты посмотри, ребят, я думал, что у нас здесь будут только, ну, как бы, реальные люди. А тут уже, смотрите, какие-то вампиры. То есть Хэллоуин работает по полной программе. Нежити и вурдалаки. Погоди-ка. А, не, все нормально, 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 ребята. Упс, отлично. Ну что? Ой-ой-ой-ой, не повезло же тебе, вампирчик, встретиться со мной. Блин, в этом... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, щет! Да ну... Да иди ты в... Ты что делаешь со мной, паскуда? Ребята, он меня убил. Вы представляете? Я даже, ну, честно говоря, я не ожидал. Не ожидал этого. Так, хорошо, я буду впредь аккуратнее. В общем, у него такие удары колотушкой, что... Мама, не горюй. Так, это ему для разминки, ребята. Так, давайте сделать вертушку, обязательно вертушку. Так, и еще разочек мы его сейчас возьмем вот так вот, на гарпунчик на наш. Все, что за проклятие-то, я не могу понять. Как оно выглядит, я просто, ребят, не хочу проверять. Боюсь, что что-то со мной не то случится. Ёпарасете, а вот сейчас проклятие сработает как раз. Не понял. Это проклятие столько здоровья у меня отняло? Или его удар вонючий? Нет, ребята, я не должен здесь проиграть. Иди в пень. Ух. Черт подери. Ребят, как из последних сил, просто вот серьезно вам говорю. Ну что же, ничья. Давайте, либо он, либо я. У меня теневуха. Поехали. Так. Надо взять преимущество, понимаете, да, вертушку. И еще разок. Ну, это, ребят, по стандарту мы с вами делаем. Давай еще разок. Слушайте, а у него тоже теневая энергия накопилась. Короче, нельзя тогда давать ему воспользоваться ею. Ой-ой-ой-ой, классно. Блин, почему молот не вылетает у него из рук? Он что с ним? Ай, как я ненавижу возле стенки драться, ребята. Тихо. Фу, повезло. Так. О, а вот это хорошо, ребята. Ну что, пробиваем. Последний удар, ну... Есть. Есть. Отлично. Фух, ребята, блин, у меня аж... Ой, аж плечи затекли. Все замечательно. Так, двигаемся с вами дальше. Вот это вечеринка, да? Так, ну что же, последний бой и... А что мы тут думаем? Тут у нас будет, наверное, опять вампир. Лорд вампиров, или как он там величать-то, я уже забыл. Лорд вампиров, да. Ну... Давай посмотрим, как ты хорош или не хорош. Да ну, ребят, такая же вата, что была в первом, в первой встрече с ним, что сейчас. Смотрите. Ну, естественно, ему нельзя давать выходить отсюда. Блин, вот накаркал, а. Тихо, что там делаешь? Так, проклятие настигнет. Никаких, блин, проклятий. Уй, что такое? Зашибись. Вот это... Что он там хотел? Ну-ка нафиг, ребята. Ну-ка, пропишем. Есть. Так, вставай, гнида, я тебя жду. Оп, оп, оп. Нормуль. Ай-яй-яй-яй-яй, подловил он меня, ребятушки, подловил. Я думал, сейчас его, конечно, тройным выпадом буду постоянно бомбить. Раунд 2. Погнали. Ну, на этот раз, я надеюсь, у него не получится, ребята, меня так обмануть. Все, извините, конечно, что я сейчас буду бомбить его одним ударом, но мне, ребята, нужен спам, понимаете? Я уже понял, на что, да ёпрасоте, на что он способен. Да ты достал уже, хмырь, блин. У меня здоровья мало, у меня, конечно, я смотрю, потихонечку восстанавливается как-то оно. Но это очень мало. Есть, вот это хорошо, ребята. И еще разок, еще камбу. Камбу, камбу, камбу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ёпрасоте. Тихо. Ай-яй-яй, еще удар, ребята, еще удар. Буквально один, есть. Фу, ну хотя бы сравняли счет. Это уже большой плюс для меня. Так. Это какой у нас? Это у нас раунд 3. Проклятие, блин, вампира. Так, у меня теневой удар. У меня теневой удар, ребята. Тихо. Так, пошло, как говорится, дело. Вертушку.
Прописали. Так, давай, давай, вставай, 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 быстрее. Ёпросто. О, щит. Нифига ты пригрел. Это что такое? Это уже, извините меня, ребята, Mortal Kombat Шива, блин. Офигеть. Вот это да. Вот это у него, ребята, теневые удары. Он меня сейчас в данный момент просто расписал за 3 секунды. И у него преимущество. Так, сопляк. Да, конечно, очень тяжело, ребята, и играть, и одновременно озвучивать. Это, вот честно скажу, ну, очень тяжело. Тут надо как бы сконцентрироваться на игре, а приходится каждое, блин, свое движение практически озвучивать. Фух. Так. Что? Ага, промахнулся. Да иди ты! Слушайте, ребята, я так понимаю, теневое проклятие, это вот эта вот херня, он меня хватает и наказывает, по-моему, так. Блин, зараза, а? Да мне нужно его, ребята, прибить, вы понимаете, нет? Я не собираюсь тратить, как говорится, рубины за еще одну попытку. Пропечатал его. Так, теперь давайте еще разок, еще разок. Есть. Фух, я сравнял счет. Ребята, у меня теневая энергия полностью заряжена. У него, кстати, сейчас тоже будет на подходе. Ну, теневуха. Ребят, пока не будем ее тратить. Опс, вот это вот хреново. Слушайте, я не собираюсь, ребята, проиграть. Я не собираюсь проигрывать этому гаду. Так, ну что, пробиваем. Давай, 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 отлично. Вставай, гад, я тебя жду. На. Все, теперь лишь бы мне везло на пробитие, ребята, брони. Крит в голову, отлично, отлично. Ой, как хорошо, сейчас, смотрите, ребята, идем, идем на... Главное, чтобы не вырвался отсюда. Да, конечно, конечно, блин, не вырвался. Тихо. Ой-ой-ой. Да что такое, что за фигня-то, ребята? Ну что за херня творится тут? Неужели мы... Ой, все. Да, ребята, тут я проиграл. Блин, дерьмо собачье, а. Я на это не подписывался. Ну что же, и тратим с вами, конечно же, попытку. Ой, он что, укусил тебя? Да, он укусил меня, ё-моё. Черт бы его побрал. Блин, ну я сам виноват, ребята. Я просто продинамил вспышку. Так, погнали. На, гад. Так, 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 выделывается. Нет, никаких ударов. Тихонько, опс, мимо. Прогибом. Погнали, погнали, ребята, погнали. Наши вороны их. Козырно идем, козырно идем. Пробитие брони. Ух, как я ему сейчас по ногам-то, а? Аж бедный заелозил, заелозил. Никуда ты отсюда не выйдешь. Никуда я тебя не выпущу, а? Лорд вампиров, еще и теневой удар хочет прописать. Ну, конечно. Спать, я тебе сказал. Вот она, ребята, вот она, месть Рея называется. Он думает, что пришел, как говорится, в лес, будет моих подружек здесь обижать, да? Разгульничать и баловать? Нет. Как говорится, Рейчик бдит за порядком. Мало того, что... Тихо! Ёпросто, вот тут, кстати, прикольный удар, да? Да что ты, блин, начинаешь чудить-то, Рей, ё-моё, ну завязывай уже. Блин, вот эта вот самоуверенность иногда просто, блин, раздражает меня. На, получи. Слушайте, ну здоровья-то все равно маловато. Еще разок. Мы вроде вампир, должно у нас здоровье восстанавливаться быстро, а у нас как хрен знает у кого. Так, попробуем здесь его пришлепнуть. Нет, не получится, блин, постоянно, ребята. О, я еще и глиф потерял, все. По-моему, тут все ясно у нас. Он меня порвал. Он меня порвал, ребят, здесь. Ну ладно, не будем переживать. Собрались, как говорится, с мыслями. Всю энергию ци в руки вложили. И поехали. Так, чучело, мяучело. Ага, не нравится ему. Во-во-во-во-во, вот это вот, ребята. Пробитие брони активировалось, поэтому... Жалко, ну что быстро заканчивается, но этого было достаточно, чтобы почти пол хп отнять. Опять пробитие брони. Да иди ты! Промазал. Промазал, голубчик. Куда ты хочешь теневуху, а? Использовать. Гнида. Куда? Слушайте, она иногда, ребята, против них играет. Вот, 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 вот. Тыкш! Вот так вот. В принципе, ребята, я понимаю, что когда я тоже начинаю использовать теневуху и за это страдаю,
то вот вам аналогичный пример. Ну что же, либо-либо. Либо я здесь выигрываю, либо у нас будет еще один бой. Но я должен здесь его, ребятушки, порвать. Обязан просто-напросто. Так, погнали. Ага, все, как говорится, по старой школе. На! Ха-ха, выкусил. Ну что же, а теперь погнали. Ух ты, вот это хорошо. Опа! Зараза, ты смотри, что он сделал, а? Подловил меня, просто-напросто подловил. И причем очень круто. Так, давай его, ребята, возле стенки вырвался. Нет, не попал. Ай-яй-яй, вот это плачевно было сейчас. Нет, все пучком, ребята, он промахивается. Очень много промахов у него. У меня тоже, конечно, немало, но... Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ай, началось. Ну... Да не надо, нет-нет-нет-нет. Ёпрусты, вы... Сопляк. Ребята, ему хана. Ребята, ему хана. Вы увидели, когда он с арбалета хотел звездануть? Это просто чудо получилось у меня увернуться. Я ей-богу говорю. Блин. Ребята, 100 рубинов мы получаем, 210 трофеев. Ну, давайте посмотрим здесь тогда, что еще. И здесь мы получаем 83 трофейных очка. Ну что же, поехали дальше. Ребята, мы переходим с вами на престижный режим. Да-да-да, именно на него. Ну что же, по идее, на престижном режиме должны быть немножечко посильнее наши противники. И первый у нас кровавый барон. Погнали. Так, ой-ой-ой-ой. Опа, да иди ты в пень. Ребята, мы, короче, передаем друг другу. Ага. Кровопотеря, короче, передается. Все, я понял. Так, тихо, не буянь. Не буянь, родной. Так, отличненько. Так, ну-ка, сдохни. Мимо. А я? Да. Прям грудину ему пробил. Ну что же, первый раунд за нами. Короче, на престижном режиме у нас постоянно меняются условия игры. Ага. Так, передающийся эффект кровопотери. Ух, погнали. Разогнался, да? Слушайте, ну... Что... Блин, что я вам могу сказать? Два меча, это, конечно, сила. Но Глефа в ярости... Это убер-сила. Правильно сказал? Тихо! Ай! Ой! Больно было. Было очень больно. Ну что, сдохнешь ты? Да, он сдохнет, ребята, по-любому. Если бы я даже не попал, все равно он... И у нас второй раунд. Поехали, ребятушки. Так, кто у нас там? Ага! Мистер... госпожа Тьма, по-моему, должна быть, если я не ошибаюсь. Так, противник регенерирует здоровье. Понятно. С этим мы уже встречались как-то. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ага, вот здесь, на этих точках она, значит, здоровье восполняет. Понятно все. Так, успокойся, успокойся, пожалуйста, роднуля моя. Да лу нафиг, ты посмотри, как она себе восстанавливает здоровье. Охренеть можно просто-напросто. Ага, вот здесь мы ее сейчас, ребята, пощекочем маленько, я думаю, да? Пощекотал, да. Вырвалась она, вырвалась. Блин, я ее сам же веду к тому источнику. Тихо. Так, ребят, посмотрим. Блин, она упала на него, она здоровье восполняет. На, получи, зараза. Еще разок. Блин. Что за невезуха такая? Так, ладно, давайте попробуем. Иди ты отсюда, с этого фонтана. Захотела себе восстановить здоровье? Не бывать этому. Ёпарасоте, она встала именно на него. Так, короче, ребята, она, если будет стоять на этом фонтане, она бессмертная, грубо говоря, потому что здоровье я у нее практически не отнимаю. А она себе восстанавливает просто охренеть как. Ну, удар, еще, блин. Еще удар, блин, конечно. Ага. И это шанс мой. Есть, ну. Вот так вот. Хе-хе-хе. Деревенская гуань, да, улетела в лес куда-то. Так, ну что же. Поехали, у нас раунд 2. Как говорится, шутить не стоит. Так, блин, ребята, а почему? А почему не сработал мой... Я же хотел сделать, не понял я юмора. Так, ну ты, мразь, напросилась, а? Ты напросилась просто-напросто. Ты на кого, извини меня, свою саблю подняла? Точнее, Гуань Дао. Хрен тебе. Ой, ой, прописала. Она мне прописала, она меня оскорбила, ребята. Да что за фигня, блин? Мразерка, а? Так, она еще и тенью стала, да? Нет, 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 нет. Тут уж извини меня, роднуля. Когда я вижу теневых, у меня... Агрессия просто-напросто. Причем усиленная.
Так, давай я, ребята, ее до... Хотя мне невыгодно туда ее гнать. Тут же фонтан, нет, она его пролетела. Долбала ты уже. Ребят, мы так будем, наверное, вечно с ней драться. Так, если она опять выр... Она опять вырвалась, да? Говна кусок. Блин, я опять... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, промахнулся я, ребята, промахнулся. Лишь бы мне... Здравствуйте, приплыли, а? Слушайте, по-моему, мне здесь, ребята, не потянуть. Я не справлюсь с ней. Так, ладно, я, конечно, буду стараться, но... Какая-то полнейшая хрень получается. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Фух. Ну, 600 трофеев. Вот это уже хорошо. Это уже очень хорошо, ребята. Так, ну что же, погнали. У нас еще 4 боя, ребята. Так, лорд вампиров, что ты здесь делаешь? Да, по-моему, ничего не делает, ребята. Как был ватником, так остался. Хотя не факт, посмотрим. Так. Я вот обожаю, ребята, когда вот именно так получается. Просто зажим называется. Тихо. Ага, мимо. Фу, я думал, сейчас, ребята, перебьет мне теневой. Нет, все у нас хорошо, погнали. Ну что, я вам авансом скажу, что первый раунд за мной. Так, ну что ж, теперь пару комбинаций прописываем. Ага, он тоже теневуху. Тихо, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Блин. У него буквально в миллиметре от моей ноги егоный кинжал пролетел. Меч, точнее. Так, ну что же, раунд 2, поехали. Вот это веселуха, ребята, вот это веселуха. Опа, вот это уже не весело. Не весело, говорю, ни хрена, блин. Полежи чуток. Так, погнали. Блин, ну почему не срабатывает мой этот, блин, пробитие брони? Где он? Почему? А, как замечательно. Так, ну все, ребята, я его, наверное, здесь и похороню. Да? Ага, похоронил. Ладно, погнали теперь до той стены. Ну, ребят, в другом случае я бы, конечно, бы здесь повеселился бы, порезвился, но вы прекрасно видите, на что он способен. И я не хочу тратить свои рубины. Не хочу. Нужно его стараться с первой попытки уничтожать. Так, 2-0 пока в нашу пользу. Фух. Ну что, лордик, давай. Опа, вот это он меня обманул, ребята. Сейчас вы увидели, что он сделал. Поехали. Так, хватит мне еще на удар? Да, должно хватить. Так, нормуль. Все, погнали. Он тоже теневуху, ребята, включил. Он включил теневой удар. Честно говоря, я не хочу даже видеть, что это. Е-е-е! Слушайте, ну он мне показался ватным. А, опять этот плевок свой сделал он. Он меня типа проклинает, да? Проклятие вампира вешает, все дела. Ну что же, здесь мы, по-моему, с вами ничего не получаем, поэтому смысл смотреть. Надо будет потом все это вырезать. Так, ладно, в бой, поехали. Так, и кто у нас здесь-то будет? Проклятие вампира. А, охотник на вампира, все, понял, ребята. Здорово, бродяга. Так, опа, опа. Вот, опачки. Пардончи. Тебе не нравится, я знаю. А мне-то как нравится. Ой, бобо. Ого, что это такое было сейчас? Это у него теневой удар? Видимо, да. Их, как прописал по спине, больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, блин, я потерял, ребята, глефу из-за этого хлыща, блин. Слушайте, ну вряд ли я тут, конечно, смогу победить. Че, связанный стоишь, а? Мудила. На. Блин, почти одинаковое здоровье. Ребят, если я его сейчас запинаю, это будет просто какое-то чудо. Ну, вряд ли у меня, конечно, это получится. Хотя, кто его знает, ребят, да? Ну, иди сюда. Опс. Блин. Что ты? Понятно, ребята. Теневым меня ударом гад накрыл. Вонючка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, первый раунд за ним. Блин, неужели я на этом хлыще сдуюсь, а? Я, честно говоря, не хочу. Я очень сильно этого не хочу. Да иди ты. Блин, у него, короче, в постоянку идет... Первый удар — это бросок. Ой-ой-ой, тихо ты. Ты что так разошелся-то? Серьезно, а? Парень, ты угомонись-ка лучше, блин. Так, теневой врубил. Так, у меня что? У меня, ребята, до теневухи как до Китая раком, блин. Ладно, хорошо, будем его, блин, прессовать. Опачки, вот это жесть, ребята. Вот это жесть. Ты посмотри, что он творит. Ты посмотри, что он творит, гад. Ну, давай, 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 Рэй, не подвиги, ну, пожалуйста, я тебя прошу. Давай, да ёпарзате. Ну, есть,
Есть, ребята! И у нас решающий раунд 3. Либо-либо. Фух. Да ёпросты, блин. Так. Не надо мешать мне, гад. Не надо, я тебя прошу. Я тебя прошу по-хорошему. Блин, ребята, откат. Есть. Так, ну что, блин, закончился, ребята, теневая. Слушай, а чё он так быстро себе накопил теневой удар? Эй, тихо. Ой, блин, как же больно смотреть мне на это. Ребята, это просто... Опачки. Ой, извини, охотничек. Пардончик, что я у тебя выбил твою сабельку. Ну что? Что? Эть! Да, ребята. Немножко позевался, истерический смех мой, неверующий. Но, тем не менее, ребят, как видите, я его все-таки победил. Так, и мы, кстати, с вами должны получить, да, берсерк, легендарный перк на оружие. Шик и блеск. Так, ну что, осталось лишь два боя. И кто у нас тут? Давайте-ка посмотрим. Так, я уже забыл, кто там должен быть. Так, гуль-вампир. Ай, гуль-вампир, блин, у него кувалда, ребята, опасная. Ёпрсте! Ты видел, что сделал он? Ребята, вот в те... Он еще и капканы здесь ставит, а? Так, я не понял, погоди-ка секунду. А в чем проблема? Почему я у него... Слушай, я у него здоровье не отнимаю. Что за фигня тут происходит вообще, а? Ой, больно, в тени-то он мне нахлобучил. Ребята, я не знаю, что происходит. Но здоровье-то у него не отнимается. Что надо сделать-то? Слушайте, я, кажется, понял, но я сомневаюсь, что это так. В общем, мне нужно здесь продержаться, да, до конца, наверное, по времени. Посмотрим, блин. Выжить бы еще, блин. Так. Что он там делает? Все, капканы свои стреляет. Ну что, ребята, осталось маленечко дождаться, всего лишь чуть-чуть. 9, 8, 7, где он там, где этот вонючий упырь? Так, отойди от меня. Нет. Фух, повезло мне, где... Охренеть, мне повезло. Ладно, хорошо, давай. Ой, а тут у нас... У нас тут один уровень всего лишь. То есть одна хпшка, одна победа. Фанатка, отвали, сейчас не до тебя, если честно. Так, ну-ка. Блин, ребята, представляете, я попытку спалил. Ёпарсете. Ну что же. Хорошо. В общем, короче, нам нужно, ребята, держаться от него подальше. Я выиграю лишь по тайм-ауту, то есть, когда закончится время. Вот он, видите, свои капканы выставляет, типа, ловит меня. Упырь вонючий, а. Ой, блин, опять. Нет, да отвали ты от меня, обезьяна хренова. Так, я нифига не вижу, ребят, что-то происходит. Бить его бесполезно, вы понимаете, бесполезняк. Вот, только лишь держать на расстоянии. Вот это как вариант. Отойди от меня подальше, гад. Ага. Опс. Блин, не попал. Хорошо, он там лежит. Ребята, 19 секунд. Надо продержаться всего ничего. Ёпарасете, посмотри, что происходит. Ребята, ну, у меня очень мало здоровья. Очень мало. И... Да ты отвали ты от меня, обезьяна хренова. Ну. Все. Не понял. А что случилось-то? Зашибись, ребята, просто офигеть можно, блин. С какого... Почему я дуплился-то? Блин, пипец, у меня последняя, ребята, попытка. Последняя попытка. И придется тогда тратить рубины. Ну, я не хочу. Почему я сейчас погиб? Вот не понял я вот в последнем раунде. Он вроде бы как далеко был. Не знаю, что там произошло, ребята. Но явно что-то нечистое. Да отойди ты от меня, обезьяна хренова. Так. Ага, нормуль. Проклятие настиг... Может быть, это проклятие меня убило, а? Да что такое там, ребят? Я ни хрена не вижу, что... Мимо. Ой, капкан тут еще рядом. Вот капкана мне здесь только не хватало. Да отвалит от меня, надо... Ребят, тут у нас два варианта. Либо мы его отталкиваем, либо через него проходим. Так, мимо. В голову ему попал, замечательно.
Так, 13 секунд. 10, 10 секунд, ребята, 10. Ах, вот оно что. Ребят, короче, мы должны сбивать с него проклятие. Вот именно вот так вот. И тогда все хорошо. Ну, надеюсь, мы выиграем. Да, да, ребята. Вот, ну если бы я раньше бы знал, что... Ну что же, вампир, лорд. Давайте, ребятушки, попробуем его наказать. Я не знаю. Тихо ты, отвянь. Ты вонючка. Нет уж. Твой противник быстро учится. Ага, я понял. Сейчас мы проверим. Тихо. Ай. Как он быстро учится. Так, замечательно. Тут, ребята, только спам. Больше ничего. Никаких выкрутасов, никаких выпендрежей. Просто спамим. Тупо, глупо. Больше ничего здесь не поможет. Так. Так, так, так. Тихо, 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 тихо. Опа, 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 опа. Нормуль. Захотел там что-то сделать, да? Да, собака ты плешивая. Ой, Глефу выронил, Глефу, Глефу. Да ну нафиг. Ребят, неужели, неужели мы профукаем с вами? Ну-ка, вот так. Ну-ка, давай. От безвыходности. Ребят, ну лучше так. Я, как говорится, попробовал. И, как видите, раунд затащил. Замечательно. Мы с вами двигаемся дальше. Так, первая победа за мной. Оп, оп. Черт, опять он попал, а. Опять он попал своим вот этим вот дурацким ударом в спину. И причем сразу здоровье отнимает практически половину. Тихо. Ага. Я говорил еще раз вам, ребята, когда вы промахиваетесь возле стенки или он уворачивается, лучше выдержать небольшую паузу. Это нужно для того, чтобы... Вот так вот. Для того, чтобы... Не попасть под шквал ударов. Пробивающих причем. Ой. Черт, а я все-таки быстрее среагировал. Ой, по ногам-то как больно. Блин. Сейчас, наверное, нет? Нет, мы не должны. Не должны так легко проиграть. Давай дальше, 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 дальше. Вот, у нас стоит пробитие брони. Поэтому есть все шансы. Ну. Все, пока. Было приятно с тобой познакомиться, чупушила. Так, ладно, ребята, у нас с вами третий раунд. Как говорится, либо он, либо я. У нас третьего не дано. А давайте его в сухую взручим, а? Получится или нет? Теневой, теневой, не надо нам этого. Так, успокойся, успокойся, говнюк. Я. Так, давай-ка. Вот так вот, замечательно. Так, подожди, подожди. Давай теневых, теневым, теневым сейчас, ребята, будем его бомбить. Вот сейчас вот, опс. Потому что я боюсь, что он меня здесь накажет. Я не хочу себе, как говорится, не хочу себе... Ой, ёпарасоте, вот это была ошибка, грубейшая моя ошибка. Черт бы его побрал, а. Говнюк ты такой. Блин, зараза, ребята, блин, очень мало здоровья. Ну, давай, давай, Рэй, Рэй, родной, давай, давай, пробивай его. Есть. 3-0, ребята, 3-0. В сухую просто его отметелил. Вот это я понимаю, называется сыграли. Так, 950 трофеев. И ну, давайте посмотрим. Ну, особо-то выбор невелик. Давайте щит поставим. И вот так вот, ребятушки. Да иди ты в баню. Вот так, ребята, мы с вами выглядим. Подождите, надо еще меч поставить. Вот. Замечательно, да? Порастерял, конечно, все рубины. Но оно, ребята, того стоило. Очень прикольный, но, честно говоря, сет хороший, а вот меч мне не понравился, ребята. Ну, а на этом, пожалуй, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в продолжении прохождения главы 6. Так что всем пока и удачи, ребята.